Всем привет! С вами снова канал Alive. Мы находимся в Калининграде, около крепости Фридрихсбург. Сейчас мы пойдем на экскурсию, ну или как, музей, да? И вам покажем, и сами посмотрим. Думаю, что будет интересно. Сегодня четверг, 5 марта. Историко-культурный центр «Великое посольство» в Королевских воротах. Так... Это реклама, я так понимаю, да? Историко-культурный центр «Корабельное вознесение» во Фридрихсбургских воротах. Вот, значит, да, здесь все про них. И мы идем. Тут еще что-то про ладейный двор. Вот само здание. А ладейный двор — это про лодки, наверное, что ли, да? Или про что? Что такое ладейный? Ладья там? Сейчас узнаем. Вот тут вот такая прикольная лодочка. А тут какие-то лавочки стоят, пушки. Интересно, а где вход? Касса. Касса? Сейчас, минуточку. А, тут лодочка, лавочка, лодочка. Красиво. Вот такие вот всякие снасти. Камешки. И идем на кассу. Покупать билетики. На улице идет мелкий дождик, но тепло, плюс 8 или 9. Но, наверное, камеру придется протереть. Там, да, там? Фото-видеосъемка любительская, бесплатно. Любительская, да, у нас. А, так, а что тут? Студенты, ветераны, пенсионеры по возрасту. Так, взрослые 150. А что за открытая территория? Только вот здесь вот эта территория 50. А, типа отдельно, да? Ясненько. Они не часто у нас про них спрашивают, да? Посмотрим пока, что тут. Тут вот всякие лодочки. Тут какая-то сувенирная лавочка небольшая. Купи еще магнитные открытки по 50. Вот. Небольшие штуки, 3-4, может. 3. И 4 магнитных открытки, которые. Ой, какой нерпа. Такие хорошенькие. Лодочки посмотрим. Какие лодочки. Нельзя туда залазить. Немецкая прогулочная лодка. Музыка играет, а? Ударка астраханская. Вообще, Фридрихсбургские ворота относятся к музею Мирового океана. Рейзенкам. Тут верейка Петра Великого. Видите? Хорошие лодки у Петра были. Смотрите-ка. Качественные. Норланбот. Лодка норвежская, традиционная. Мы извиняемся, товарищи, что редко стали выпускать наши видео. Но это проблема с коронавирусом. Мы нормально не можем ни в поезда зайти, ни куда-то, да, поехать. Потому что, ладно, вот здесь крепость пустая, а так у нас в Калининграде все автобусы городские стали дезинфицировать. Антибактериальная и антивирусная обработка идет. Каракал. Такая прикольная лодочка.
Вот, и, конечно, как ни крути, это накладывает отпечатки свои на нас. Вот эта ситуация с вирусом. Фрагмент кормы судна Ризинкан. Давайте я вот так вам сделаю, чтобы вы могли посмотреть. А я потом с вами посмотрю. Так, и тут еще лодочка есть. Кемский карбас. Подъездок. Ну, так вот. В общем, вот лодочки мы посмотрим. А вот еще лодочка. Сейчас. Там еще много их, оказывается. Челн Дединовский. Мы даже, вот знаете, я даже переживаю, когда собака гуляет. Сейчас и в Польше, и в Литве уже. Вокруг Калининградской области полностью коронавирус. Челн долбленый. Это Верхнедонской каюк. Ну, вот его просто выдалбливали, видимо, вот как ствол дерева брали, да? И вот это тоже долбленая лодка. Североамериканских индейцев. Угу. Ну, как, берут наверняка лодку, ой, ствол дерева, и начинают половинку долбить. Вот, ну, вот так, прям вот эти штучки есть. Просто выколупывает древесину, и все. Так, паузок малый, поморский. Карбасок. Мы теперь все названия лодок прочитали. Черная лодка. Вот такая вот. Где? Ну, сюда, наверное, сейчас нельзя зайти. Я так понимаю, опечатано же. Да. Тут какая-то, видимо, мина. Торпеда. Мина не так выглядит. Правильно говоришь, торпеда. Тут какой-то сделан цех, наковальня прям. Прикольно. Как кузница, наверное. Это кузница или что? Здорово. А тут что-то делают. Прям досочки есть паленые. Прикольно. Что-то прям деталь от мебели. А вот большой корабль, который закрыт брезентом. А, вот, да, Куренас. Калининград сделал. Калининград сделал. Угу. Так, ну что, идем дальше. Вот она, крепость наша. Фридрихсбург. Я просто не просто так сюда пришла. Здесь есть кот. И кот этот просит денежку. Если ему дать и загадать желание, она обязательно это, он обязательно ее исполнит, его исполнит это желание с помощью этой денежки. Деньгу давай. Я не взял мелочь. Не взял? Подержи, я буду доставать. Такой котя. Так, вот, Владимир Николаевич, тебе денежка, вот мне денежка. Мы взяли по 10 рублей монетки и загадываем желание. Спасибо, котик. Так, теперь подержи меня, сумку застегнуть. Так, сейчас мы его с той стороны обойдем и будем тереть к деньгам. Его надо обязательно к деньгам потереть. Иначе счастья не видать без кота. Это что, жизнь не та? Так, Петр Первый, флот военно наш морской, да? И прогулочный. Как тут все миленько, так прям красиво так устроили все. А вот и киська сзади. Здравствуй, котик. Дай мне денежек побольше, чтобы у меня было в жизни богатство и счастье. Ты мой хороший. Внутри. Ну и что? Я бы хочу еще потом сфотографировать. Вот. Так, пошлите. Сюда, наверное, заходить нужно с билетами. Идем. Так. Здравствуйте.
Нам нужно налево, да? Да, мы начали слева. Так. Это вообще музей кораблестроения. История кораблестроения. Коч. Вот тут всякие виды судов. Все это показано. В мелких деталях, естественно. Доска с изображением коча. И вот тут вот прям судно подвешено. И все тщательно показано. Симпатично, красиво. Мне нравится. Очень детально проработано. Вот у них лодка есть, которая, да, когда до берега-то на ней плывут. Плавочки. Можно сесть, телевизор посмотреть. Всякие ладья. Чайка казацкая. Настоящие вот прям такие проработанные экспонаты. Это вообще просто потрясающе. Красиво очень. Сойма ладожская. Реюшка каспийская. Такой замок прям. Здорово. В начале 17 века за Уральским хребтом в устье реки Таз. Меня привлекло, а вот там что-то. Я хочу туда. Ух ты, фрегат «Орел». Первый русский военный парусный корабль западноевропейского типа. Здорово. Так с подсветкой, прям так красиво. Мне нравится. Осторожно, стекло написано. Очень мне нравится. Прям красота. Ох, помоги с шапочкой. Она падает. Я хочу сфотографировать. Прям симпатизирует такой, конечно. Экспонат. Идем дальше. Так, это же выход. Еще добавим. А, да, пошли. Аккуратненько. Полтава. Петровские огороды. В 1706 году высочайшим указом государя-императора Петра I в Москве в районе осушенных болот за Сухаревой башней был заложен первый в России аптекарский огород. Учебно-вспомогательное учреждение для Московской медицинской школы, а также в целях разведения лекарств для казенных аптек. Зная пристрастие Петра к нововведениям, имеет право на существование легенды, что именно Петр I впервые в России посадил привезенный из Голландии картофель. Ух ты, какие сапожки! Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты! Обалдеть! Какой костюм прям... Вот кабинет Петра I от А до Я. А бумаги негодные. Киперия прям. Ух ты, какие записи красиво так сделано. Такой каллиграфический прям почерк.
сфотографировать обязательно, да. Так прям с любовью все так сделано здесь. Мне очень нравится, конечно. Трубки, все это. Всякие чернильницы. А это чьи-то мозги. Фредерик Рюш. Нидерландский анатом. Профессор анатомии, ботаник, автор анатомической коллекции «Кунсткамера». Ну и здесь образец, видимо, из «Кунсткамера». Вот сердце, вот мозги, челюсти, зубы. О, животное, крокодил. Всякие морские ежи, звезды. Здорово. Я так понимаю, музей небольшой совершенно, но очень милый. Сделан очень приятно. Мне нравится. Самое главное здесь тепло. Колокольчики. Ух ты! Красота какая! Это фрегат «Штандарт». Там еще есть, я прям, мне эти светящиеся очень нравятся. Тут всякие медали, видимо, да? Награды. Обалдеть. Мореходные инструменты, навигационные приборы. Так раньше ориентировались, они по навигатору в телефоне. А ведь плавали на очень большие расстояния и знали, как, куда. Плавание по Яузе и Измайловскому пруду стали первыми водными походами будущего триумфатора Горбута Эзеля Иегерка. Начинался Петровский флот с потешных судов, что строились на Плещеевом острове. Здесь Петр впервые устроил свою собственную верфь и сам с топором в руках постигал азы кораблестроения. Молодец. Тут бочки. В июле 1693 года Петр отправился... О, камера. Я тут с камерой. Здесь стали изучать параллельные дела поморов и коммерческие операции торговых людей. Разные эти узлы. Прикольно. И вот тут демонстрируются виды узлов. Мне нравится. Вот такая вот у нас экскурсия. Так, вот так подержите. Все, мы выходим. Спасибо большое. До свидания. Вот такая у нас была небольшая совершенно экскурсия. Кошака надо обязательно сфотографировать, потому что он очень милый котик. Какой прям симпатяшка. Ну, конечно, все пришли смотреть на развитие судостроения в России. Карина пришла смотреть на железного котика. Все норм. Бронзовый. Владимир Николаевич, как я могла так ошибиться? А? Бронзовый же. Ну вот, загадайте желание тоже мысленно. И будет вам счастье. Сейчас сделаю еще фотографии крепости. Это нужно отойти подальше. Мне очень понравилась крепость. Небольшой, конечно, музей и так далее, но мне интересно было.
Очень интересно причем. Вот. Все сфотографировали, что могли. Пушки стоят. Так что мы идем дальше. Прогуляемся где-то. Посмотрим еще что-нибудь в городе. Если что-то удастся снять, мы снимем. Нет, нет. Тут еще написано так интересно. Какой-то план идет. Дом коменданта, казарма, тюрьма, склад, кирха, арсенал. Такие прям каземат. Вот, видимо, план крепости может. Ну все. Пока что всем пока. Когда мы сейчас шли из крепости Фридрихсбург, мы по дороге наткнулись на очень примечательный дом. Я так понимаю, он многоквартирный, и тут такая оградка. И туда, если зайти, небольшой лесок. И сделано... как будто экспозиция какая-то, как зоопарк. Тут Мишка-медведь. Так интересно. Львы. Тут сосны явно растут. Это же сосны. Да? Камень. Нет, ели. Сосны чуть другие. Да? Ели? Туя вот, ели. Ага. А вот сосна. Где? Вот. Видишь, иголки длинные. Ага. И вот тут прям такое сделано. И это двор. Просто двор Калининграда, понимаете? Это так потрясающе. Просто мы наткнулись на обыкновенный двор. Мне очень понравилось, так красиво. И ведь не подумаю, что тут такое есть. Ты как бы просто мимо ходишь постоянно, каждый день. И не подозреваешь, да, что есть такая красота. В Калининграде прям. А тут что? Такая лавочка кованая, прям так мило. Такие камушки. Везде какие-то валуны, тут камни расставлены. Кто-то, я так понимаю, персонально обустраивал дом. И вот подснежники ковром цветут. Так интересно. Вообще, мне очень понравилось. Здорово. Ну, вот так вот. Мы пошли дальше. Мишка, вот мне прям, я хочу, можно? Какие решетки на окна. Да, как решетки на окна. Как в зоопарке, точно. А если войти в этот Мишку посмотреть, можно, интересно? Ну-ка. Вот он, медведь. Вот такой свой прям Мишка. Как интересно. Как вот ты тут, Миша, оказался? Потрясающе, конечно. Ну вот, мы идем дальше. Может, что-то еще заметим интересное. Так снимем, конечно же. Потому что сегодня такой день какой-то лайтовый прям. У всех что-то головка кружится как-то непонятно. Еще что-то происходит. Откуда такие камни? Их ведь кто-то сюда навез. Вот смотрите, ну, их же очень много. Кто-то взял КамАЗ, извините. Да, Вов? Да, смотри, это... сколько камней. Кто-то взял КамАЗ, привез все сюда вот огромные камни. И сделали так, чтобы никто не мог здесь парковаться. И попробуй ты их увези вот отсюда. Все. Это, мне кажется, специально сделали, чтобы никто не парковался. Ну, вот так вот. Такой вот интересный дом. Там еще роза какая-то, да, нарисована. Смотри. Прикольно. Может, новый русский какой-то жил. Надо прочитать про это. Ух ты, тут деревья пилят, спилили. Ну все, товарищи. Если что, пока. Если нет, что-нибудь сниму и еще расскажу. Мы в пекарне Суоми. И вот такие тут пироги. А сегодня и кадыши, и нам нельзя есть. А мы очень хотим есть. Красивая. Да, мы будем сейчас покупать маковый пирог. И пирожки.
Это все очень вкусненько. Мне нужно два пирожка с капустой и два пирожка с картошкой. Да. Нет, мы с собой берем. С собой. Всякие виды хлеба. А мы так хотим есть. А мы будем есть это только завтра, если выдержим. Вот так. Если выдержим. Если выдержим. Маленькая пекарня. Как же здесь все вкусно. Очень вкусно. Мама, у меня такие хорошие. Что тут только нет. Вот так в школе, да? Пока выйду и покажу, как еще выглядит. Вот тут есть вот такая вот пекарня, а рядом есть еще вот там хлеб, молоко. И это все очень вкусно. Очень, особенно когда ты не ешь. Особенно когда ты голодаешь. Это все просто очень вкусно. В Калининграде вовсю цветут крокусы. Это вот такие вот маленькие горные цветы. Их еще называют шафран, потому что из их серединочки добывают шафран, самую дорогую пряность в мире. Вот так вот у нас все очень мило сейчас. Весна, красота, все цветет. Вот такая сегодня прогулочка была. Вот мы еще шли. Мы еще скажем уже, что это все, мы это ушли, да? Опять начинаем снимать что-то. И увидели новый арт, сделанный на улицах Калининграда. Вот посмотрите, такой очень здоровский сделан рисунок. И я так понимаю, что окна выступили как очки. Довольно интересно, я считаю. Мне нравится. Прикольно. Вот так вот. А мы решили пойти по вон той лестнице сейчас. Сейчас я сфотографирую данное произведение искусства. И мы пойдем вот по той лестнице прогуляемся, потому что оказалось, что мы ни разу по ней не ходили. Вообще, в принципе. В этом очень интересно. Мы на Московском проспекте. Потихоньку идем домой пешком. В автобусы стараемся не залазить, потому что это опасно. Все равно опасно, я считаю. Зачем лишний раз? Если нет необходимости, я считаю, вот я всем советую, не лазьте в общественный транспорт, в общественные места, крупные, там, не знаю, кинотеатры, сборища. Магазин продуктов, понятно, все равно зайдешь, купишь продукты. Но в остальном, я считаю, что не надо ничего этого. Какая лесенка? Вроде бы так пологая она, да? Идешь и напрягаешься. Физкультура у нас. Прогуливаемся. Да, Владимир Николаевич? Да. У нас физкультура. Я вот люблю прям по лесенкам ходить. Культурой заниматься, вот тоже дворы. Так интересно. Сейчас прогуляемся. Там везде подснежники, крокусы цветут во дворах. Вот. Да, Ленинский проспект сейчас видим. На Ленинский проспект. Вот. Тоже старое очень здание. Да, улица Больничная. Тут такие здания. Старенькие, конечно. Как в Европе здесь. Все было так же чисто, было вообще хорошо. А это что тут? Прям такой интересненький магазин. Вот. Печати, штампы. Пломбиры, значки. А здание очень старое. Немецкое. Прям видно, что старое.
Вот это вот не старое. Ух ты, заброшенное здание. Там тоже старое здание немецкое. Вот это вот с крышей, с треугольной. Кирпичное. Здорово. Вот не были мы здесь. Еще не облаженные. Есть тропы в нашем городе небольшом. Тут семья. Дворовый магазин продуктов. Чем-то торгуют на улице. Аптека, мусорка. Вот все, мы выходим скоро на проспект Ленина. И пойдем дальше, домой. Вот. Ну, думаю, сейчас-то уж точно всем пока. До новых встреч.